Заложили в первый камень дома капсулу с обращением к потомкам. Городские и областные чиновники сегодня торжественно открыли начало строительства нового микрорайона во Владимире. За Пекинкой будет не только район многоэтажек Веризина, но и целый квартал средне- и малоэтажных зданий. Новый район протянется почти до поселка Содышко. Большинство домов в нем будут трехэтажные, так называемые таунхаусы. Здесь будет все достаточно удобно для людей, потому что вот только в этом микрорайоне будет два детских сада. А всего вот по объединенному Веризино будет 5 детских садов, 2 новых больших современных школы. Что хочется пожелать? Строителям быстрее строить, а счастливым домовладельцам быстрее обрести новое качественное и очень дешевое жилье, которое Александр Игоревич обещает сдавать по цене 30-31 тысячу за квадратный метр. Это фантастика. В течение ближайших 4 лет застройщик обещает сдать 80 тысяч квадратных метров малой и средней этажного жилья. Если план осуществится, то за Пекинку в таунхаусы и квартиры-студии переедет около 1500 владимирских семей.